Это Наталья Бердникова, блядь. Парирам. Слав, Слав. Я беременна. У меня на лобце спину, блядь. Сейчас тебя реально пиздец устроит. На сегодня, наверное, хорош. Как на чат-то смотреть? Ярох, чё ходишь? Ебаный недотрах, нахуй. Мне уже 100 лет пизду не лизали. Пошёл нахуй, извращенец. Сядь ко мне на лицо, блин. А ты хочешь? За кого гоняешь, братанчик? Ты чё сейчас быканул на меня? Пошёл нахуй! Вот это слова не мальчика, а уже мужчины. Нужна будет помощь. Смотрите, я вам перечисляю. Громче. Войны. Ебал вас жопу, блядь. Какой-то долбоёб тут накрутил, блядь. Предательство, убийство, измены. Я считаю, Вячеслав, что это очень неплохо. Сейчас, я думаю, неподходящее время. Екатерина. Ёбаный сыр, блядь. Лёша, для тебя всё, что было. Let's go, блядь! Первый раз в жизни на такую хуйню попал. Это самая тупая хуйня, которую вообще можно сделать. Ты чё за хуй там внизу базарит? Извините, вы gold или old? Я, блядь, джентльмен, нахуй. Здорово. Да. Мапки и костяны-то почешут. Надо это, нахуй. Сесть и разобраться по поводу отдыха там. Ты кто? Сука, сиди нахуй в кап, не двигайся, блядь. Да забей мне письку, мелко. Какого фига? Отпразднуем победу вместе. Да и все уже поняли, кто это выиграет. Егор Крид. Ты моя маленькая девочка. Вы что, блядь, уводите мою бабу? У меня проблема там. Обосрался нахуй. Ничего серьезного. Приколы приколами, блядь, начала просто, блядь, ну реально калом пахнет, блядь. Hey guys. Ебать. Что у тебя на ногах? Что такого? Наска, тебе хуйел. Просто необходима свежая пара обуви. Натя. Что за залупа, ужас? Понимаю, блядь. Не туда завернули. Я, кажись, обоссался, мужики. Надо что-то делать, блядь. Идем такой, нахуй, парни. Кто по такой херне прошелся? Пиздец! Руки трясутся! Я по такому бы не прошелся. Не-не-не-не. У меня просто какой-то непонятный головокрут. Смотри, Катюха чешет вообще. Слава, держаться! 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 Слава. Алексей. Славочка. Ну, походу, ГГ. Лёшенька. Капец, Лёха, ни за что. Я не могу, это просто пиздец, блядь. Вообще, мне так хочется и многого сказать, блядь. Большой жирный хер, блядь, вас интересует? Ну, так, на двоечку. Так, не пиздеть, не пиздеть. Что это такое? Землетрясение, ебашит, блядь. Ой, блядь. Урод криворукий, а ну поднял и пошел, быстро! Ах ты сучара, блядь. Господи, кошмар, нет. Мы пришли сюда с целью найти девушку. Ну что, меня, в чем здесь я? Ты чё меня позоришь, блядь? Говоришь, что нормальный писюн. Да мне пофиг. Ай! Тоже, блядь, мне принцесса, блядь. Хуаба, ваша не угодно. Ё-моё! Больше ни шагу! Мне можно выйти? Бля, нихуя! Ой, хай! Я вообще даже не смотрел, кстати, это. Фу, блин. Нихуя ты здоровый, бля, шершень.
услышали мой зов. Алексей Пчелкин, это просто жесть! Да? И что меня выдает? Алексей, ваши глаза. Спасибо, Вячеслав. Ребят, на самом деле я очень рада вас видеть. Не слушайте ее. Она ведьма. Нихуя улетела, блядь! Я могу на вас подуть. Блять. Файр. Бан, блядь! Помянем дурачка. Чего, блядь? Братан, ты как, блядь, вставай? Ты чё, блядь, симулируешь? Ёбаный рот. Я забыл. Прибежал, блядь! Пиздец, блядь. Неудобная ситуация. Это награда для тех, кто дошел так далеко, Вячеслав. Прости, Слав. Я, наверное, кокосы выберу. Я понимаю, это больно. Я понимаю, но... Вспомните, что вы мужчина. Меня что, бросили? Походу. Hello, people. My name is Артур. Чё за панаех армавирский, блядь? Ну, только, блядь, вперёд, только вперёд. Ой, блядь, еблан. Ебать! Всё, нахуй. Давайте жить дружно. Ты попался, уебан. Ебать, вот это накрыло. В своём складе уверен на 150%. Нет, хоуми, no. Ох, я не пал, блядь! За что злого? Это будет фул разъёб. Злой умер.